До забора территория одного собственника, за забором другого. Два разных предприятия, а подход один. Территория захламлена. Пришлось подключаться специалистам управления муниципального контроля. Возбуждено административное производство. Собственники незамедлительно приступили к уборке газона и строительной площадки. Силами подрядчика ООО «Кубаньпроект» выполняется сейчас завершающий этап по благоустройству территории. Производится сейчас уборка непосредственно от строительного монтажного мусора с территории и вывоз ее за пределы этой территории для утилизации. Газон убран, строительная площадка расчищена, территория благоустроена. Специалисты управления муниципального контроля в ходе ежедневного объезда курорта и сельских округов выявляют нарушения. Информируют граждан об административной ответственности. Если жители в кратчайшие сроки не устраняют нарушения, то оплачивают штраф.